Свой отчет глава города начал с социально-экономического положения Десногорска. Численность населения сокращается. На 2017 год в городе проживает 27 806 человек. Годом ранее этот показатель был больше на 334 человека. Смертность превысила рождаемость на 67 человек. Наблюдается тенденция роста заработной платы. Среднемесячная заработная плата составила 44 131 рубль. Инвестиции в основной капитал по всем отраслям экономики составили 4 982 миллиона рублей. Привлечение инвестиций – это приоритетная задача администрации, поскольку рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест, наполняемости доходной части бюджета, развитию инфраструктуры и напрямую влияет на уровень и качество жизни населения. В социальной сфере тоже наблюдается положительная динамика. Услуги по образованию предоставлены для 100% детей. В двух садах «Лесная сказка» и «Мишутка» проведен капитальный ремонт. Реализуются различные социальные проекты – школа «Росатома», фонд АТР АЭС. За 2017 год на территории Десногорска было проведено более 200 мероприятий патриотической направленности, в которых приняло участие 29 тысяч человек. Далее Андрей Шубин рассказал о прошедшем комплексе мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети, о сохранении социальных гарантий и обеспечению мер соцподдержки десногорцам. В обсуждении отчета приняли участие неравнодушные жители города. Подводя итоги работы прошлого года, большинство намеченных задач администрация выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть безусловные проблемы, над которыми еще предстоит работать. Ознакомиться подробнее со всеми положениями можно на сайте администрации Десногорска.